Донецкие депутаты обратились к центральной власти с просьбой прекратить военные действия на востоке страны. Текст обращения зачитал журналистам на пресс-конференции мэр Донецка Александр Лукьянченко. Депутаты требуют остановить операцию и выполнять соглашение, подписанное в Женеве. Лукьянченко также заявил, что не поддерживает референдум, который хотят провести 11 мая сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. И неожиданный призыв прозвучал... Сформулирован в бюллетенях, звучит следующим образом. Признаете ли вы акт о государственной независимости Донецкой Народной Республики? На митингах и площадях, вы были свидетелями, звучали призывы о референдуме, звучали вопросы о федерализации, звучали вопросы о налоговой автономии, о статусе русского языка, но не звучал вопрос о создании отдельного государства. Люди задают вопрос, кто несет ответственность за подсчет голосов, как осуществляется контроль за голосованием, как защищены бюллетени, как потом просто объяснить простым дончанам или же жителям региона, что референдум был честным.